Цветке и лепестке есть волшебная сила.
Исполнит он все, о чем мы попросим. О чем попросить на волшебный цветок? Сегодня в особенный маленький денек. Пусть делает так, чтобы сегодня для мам был праздник веселый. И пусть будет там и шутки, и песни, стихи, и забавы. Чтоб не было скучно сегодня здесь маму. Кого мне в помощники взять? Кто будет лепестки отрывать? Первый листок мы открываем, и концерт мы начинаем. Лети, лети, лепесток, через запад на мосток, через север, через юг, возвращайся, зеро в круг. Лишь коснешься ты земли, без помоев жить. Ходи. А лепесток оторвать, Николай? Так, молодец. Хотим, чтобы сейчас прозвучали стихи для любимых наших мамочек. Гордая праздничная дата, исполнение мечты. Взял меня с собой баба, маме покупать цветы. И сошедшей с детской книжки, я несу, а мне послед. Смотрят завистью мальчишки, замечательный букет. Главное, утром искать спасение, ну, за мне совсем не нет. Ведь сегодня, в самом деле, мамин праздник. Если питомик набился, и улыбкой отдалится, делай мамушке лицо. Тот, кто не отдает, не жалеет своих сил, и всегда оберегает лучшее на свете мама. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя. А сейчас, ребята, мы станем в полугрупп и пропоем песню про нашу любимую маму. Танец.
Милый.
открываем. Кто же желает загадать следующее желание? Открываем на третий листок. Лети, лети, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, делай круг. Лишь коснулся ты, хоть по-моему, вели. Хочу, чтобы поиграли в весеннюю игру. Так. Лепесток! Сначала с девочками и с мальчиками, но для игры нам нужны мамы. Кто с нами поиграет? Хотя бы папа. Мама! Давайте. Стоп, подождите, сначала девочки. Становитесь. Так, кто у нас первый? Можете только по руке. Девчата, вы все на руке. Ручки выставили. Одну ручку. Правую ручку выставили.